Сидя в парке в центре города под летним солнышком, очень легко перенестись в состояние покоя и умиротворенности, особенно если уметь правильно дышать. По статистике, каждый житель мегаполиса испытывает кислородное голодание. Дыхательная гимнастика запускает в работу диафрагму. Так мы обеспечиваем организм большим количеством О2, а заодно получаем заряд энергии и легкости. В качестве бонуса примерно через месяц заметно уменьшатся объемы в талии. Связано это с тем, что посредством дыхательной гимнастики идет массаж внутренних органов, и животик втягивается прямо под ребрышки, зажимается между передней брюшной стенкой и диафрагмой и хорошо массируется. То есть из растянутого желудок уменьшается в размерах, и, соответственно, он обнимает небольшое количество пищи и дает вам сразу же сигнал «я наелся». Дыхательных практик существует много. Одни помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях, другие – при воспалениях верхних дыхательных путей. Вот только такие упражнения должны подбираться индивидуально специалистам-тренерам. Воздержаться от дыхательных гимнастик стоит беременным и молодым мамам. Бывают такие заболевания, как грыжи передней брюшной стенки живота, паховые грыжи. Надо таким людям, то есть мы подбираем другой комплекс упражнений. Осторожно стоит подходить людям, у которых есть камни в почках, камни есть в желчном пузыре. Активная работа внутренних органов может вызвать обострение, поэтому консультация с тренером обязательна. Если решимость переполняет все пределы, начинаем с 15-минутного курса упражнений. Главное в этом деле – поставить технику дыхания. Состоит дыхательная гимнастика из 5 этапов. Выдох через трубочку, вдох через нос, выдох диафрагмальный, скажем, пах. Втянули живот, задержали дыхание. Получается, выдох, вдох, выдох, втянули, задержали. И снова выдох, вдох, выдох, втянули, задержали. Вот эти вот все 5 этапов, их не надо объединять сразу. Ставится такая техника за несколько занятий. После, на последнем этапе задержки дыхания, добавляется упражнение. Оно направлено на разминку мышц лица, шеи, спины или корпуса. Если все получается, можно работать самостоятельно, но с условием – минимум 15 минут каждый день. Такое нехитрое дыхательное упражнение поможет перезагрузиться и настроиться на решение проблем. Садимся удобно, расслабляем мышцы. На раз вдохнули, на 4 секунды задержали воздух и медленно выдыхаем. Не нужно бороться с большим городом, дышите с ним в одном ритме.